Всем пламенный привет! Приветствую вас на канале Family Van из жаркой солнечной Флориды. Мы с вами Форт Майерс, город. И здесь мы в автосалоне, мы ищем новый Maverick RX. И по ходу пьесы я покажу вам, какая техника здесь есть и что самое главное здесь будет с ценами. Итак, погнали с вами смотреть, что и как. Не забудьте подписаться на мой инстаграм, на мой телеграм. Ссылка в комментариях. Ребят, если забыл, посмотрите на один ролик назад, там точно есть ссылка. Ну что, погнали. Итак, ребята, это Форт Майерс. Здесь очень много вариантов всего на свете. Вот, кстати, ребята, кто-то спрашивал. Сейчас все ищут этот RS Maverick новый. Это четырехместный, есть двухместный, сейчас все покажу. Вот здесь, к сожалению, сейчас нету цены прямо вот здесь вот. Но я зайду вовнутрь, и там, если найду, я вам покажу. А так, вот в наличии, пожалуйста. Есть тут разные варианты, давайте глянем, что еще есть. Вот на эти я вам цены, по-моему, не показывал. Но сейчас тоже вовнутрь зайдем, там будут варианты. У меня сегодня такой день, я был на выставке, то, что вы вчера смотрели, выставка оружия, ну или когда там на днях. Это наше ганс-шоу, я по дороге заехал еще, поэтому сори, вот у нас сегодня такой контент. Maverick XRS, вот еще один, это тоже Smart Shocks, как раз четырехместный. Тоже все, вот кто спрашивал, вот ребята, есть в наличии. По ценам я могу узнать, пишите, кому надо, будет мой инстаграм, директ, туда, пожалуйста, пишите, я вам все буду знать по факту, потому что здесь на нем сейчас цены нет. Но это абсолютно новые машины. Соответственно, надо узнавать, запрашивать цену. Что-то сейчас будет с ценами, я вам все покажу. Небольшой, кстати, салон. Сидук, Канам, то есть BRP. Тут, в общем, все есть на свете. Полярисы, слингшоты. Вот еще вариант Маврика XRS, двухместного варианта. И тоже подвеска Smart Shocks. Слингшоты. Я уже говорю, что очень хорошо, ребята, кто во Флориде, в Калифорнии для аренды. Ну, очень многие их берут, сдают в аренду. Популярная тема. Эти баги, конечно, бомбическая штуковина, но очень, мне кажется, такая опасная для тех, кто только шарит и знает, что да как. Это новые. 1000R. Давайте еще вот покажу. Вот полярисы стоят, видите. Это вот еще вариант. Это полярис. Четырехместный. Очень опасная штуковина, переворачивается на раз. Если при неумелом использовании. Здесь аэропорт рядышком. Так, ну что, заходим вовнутрь. И цены, ребят, давайте теперь наконец к ценам, потому что я вам стараюсь всегда показывать свои видео с ценами. Что да как. Ребята, помните, я вам говорил, я продаю свои две сидухи. То есть у меня сиду, две штуки за 15 тысяч долларов вместе с трейлером. Всего по 60 часов, 60 и 50 часов мотопробег. У меня вот два водных мотоцикла. Кому надо отправить, отправлю к вам туда. Кстати, наконец-таки они сюда сделали. Принесли заправку. Удобнее так, конечно. Давайте посмотрим. Тут у нас и автомобили Honda, Kawasaki. Ну вот, давайте. Здесь хорошо, что здесь сразу с ценами. И здесь, видите, 3500. Вот, соответственно, он стоит... дилер прайс 3300 долларов препарейшн, ну то есть вот эти 600 долларов они берут за там сборку и так далее, и вот в итоге в 3600 он обходится. Ну это я вот на примере Kawasaki показал, сейчас посмотрим, там еще в принципе Honda есть, вот Honda, кто спрашивал, давайте глянем, здесь можно посмотреть. Это Honda 6800 стоит. Единственное, ребят, сюда прибавляйте налог, налог будет. У нас он 7,5%, плюс всякое оформление и так далее. Это если вы покупаете на внутренний рынок. Если новые купить на экспорт нельзя. Если мы на экспорт, на внутренний рынок, пожалуйста. 23-й год. Тут
А вот есть цена 12 тысяч долларов. Видите, 400 долларов и 500 долларов еще сверху. Это вот тут как раз, что я говорил вам. Вот круизер Honda. Это Goldwing, очень известная. Популярная модель для тех, кто путешествует на мотоцикле. 30 тысяч долларов. 29 600 он стоит. И вот 30 они 500 берут в итоге. Итого. Так, идем с вами дальше. Хонды, ну вот я вам говорил, что такие вот Хонды я покупал и отправлял ребятам, спортсменам, кто мы CF, по-моему, 250, это 450, и мы, по-моему, CF 250 покупали. Да, вот такие. Ну вот стоимость у них, смотрите, того. Ну здесь что-то, честно говоря, дороговато, как-то мы, по-моему, дешевле брали, мне так кажется, не помню. 9174 стоит. Это тотал цена. Вот 8250 они заявляют, видите, но обходится он, когда вы покупаете. И плюс еще сюда налог, то есть десятку он обойдется. Так, погнали дальше. Что у нас здесь с вами дальше есть интересного? Давайте глянем. У нас здесь вот с ценами стоят. Вот Kawasaki варианты 23 тысячи. 23 год. Это Kawasaki 1000. Это тысячный. 25340. То есть, видите, у них здесь уже подготовка по 750-980. Ну, короче, такое. Полярисы. Значит, ребят, у меня есть договоренность. Вот единственное, что я могу сказать, есть договоренность с Yamaha. И Yamaha нам может отгружать на экспорт вообще без всяких проблем. Вот мы сейчас с казахстанцами сработали, отправили им Yamaha. То есть несколько вариантов Yamaha. И вообще как бы купили без налога, сразу купили на экспорт. Не знаю почему, но вот они разрешают свои модели вывозить и покупать. Новые, я имею в виду новые. 36 325. Вот такой вот вариант стоит. А тут, видите, 4300 офф. Кстати, иногда бывают акционные модели, которые действительно можно купить и вправду дешевле. Это Dynamic X Active Suspension. То есть это подвеска Dynamic X, да, Dynamics Pro XP. Так, и давайте глянем, что у нас здесь еще есть интересного. Потому что здесь, в чем прикол, что здесь есть цены, наконец-таки. Я хотя бы вам могу показать цены, потому что зачастую не везде. Правда, как вы видите, здесь нету. Но в основном есть. Вот 13599 цена. То есть это на новой модели. Здесь есть и бэушечка у нас, то есть с небольшим пробегом. Сейчас все посмотрим, все покажу. Пожалуйста, 700 долларов офф. 23-й год к нам. Вот такое. Так, и можно купить его за 15729. Он раз, два, три, шестиместный. Шестиместный. Так, ладно, пойдемте обойдем оттуда, покажу. Там стоят гидроциклы как раз-таки. Я заодно, в общем, свои посмотрю. Смотрите, ребята, тут и не забывайте, что когда вы покупаете здесь, вам обязательно еще пришьют налог. Это очень важно. Не забыть об этом, а то можно вляпаться. Это уже резервит. Здесь, к сожалению, нету на них здесь цен нигде. Я не понимаю, в чем проблема поставить цены. Вообще никак не понимаю. Но при этом почему-то цены на большинство моделей. Ну вот есть Yamaha. Yamaha, давайте глянем. Вот 14 тысяч долларов и 23-й год. VX-105. Так, слингшоты стоят. Вот здесь вот не знаю, обычно на них цены стоят, на слингшоты. И как бы, о, пойдемте, вон там, по-моему, если не ошибаюсь, Fish Pro. Мы покупали, уже отправляли Fish Pro. Так, вот он как раз стоит. Давайте посмотрим, если я не ошибаюсь, это как раз... А, нет, сори, это GTX, это не Fish Pro. Ну да, ладно. Покажу, здесь хоть есть цена. 14 тысяч долларов стоит он. Ну, то я продаю свои почти новые 15 вместе с трейлером за 15-2 джет-ски вместе с трейлером. Да, они у меня там 18 года, но они, ребят, там дело в моточасах, поэтому там надо смотреть, сколько моточасов. То есть у меня всего 60, поэтому
У меня практически новые. Так, вот тут вот сидухи стоят. Вон он, фиш-про. Вот такой мы покупали, он фиш-про. Я сейчас расскажу, в чем там прикол. Я уже рассказывал. Так, значит, вот этот куплен. Он стоит 14 тысяч долларов. Это у нас Sea-Doo 11PA. Это 170. Ну, это уже, видите, он уже все зарезервирован. То есть, это уже по предоплате. Salt стоит. Так, ну вот он, фиш-про. Сейчас посмотрим, будет ценник, я обязательно покажу вам, сколько стоит он сейчас. Ну, ничего не изменилось, давайте так, с момента покупки ничего не изменилось, когда мы покупали этот проблем, он также и стоит. Это трофи-версия, у него очень... Ну, я показывал, на самом деле, делал прям обзор на этот мотоцикл, то есть у него прикольно, у него достается вот это вот сиденье, его можно поднять, поставить, вот это вот у вас для рыбы. Он причем имеет возможность того, чтобы там была система циркуляции воды, вот отсюда, видите, он сам ее забирает туда, сам потом проливает, чтобы рыба у вас была свежая, которую вы поймали там, да. В общем, куча опций всевозможных. Мы его взяли в максимальном варианте, который только бывает. Я показываю, даже, по-моему, по цене показывал, рассказывал. Короче, там, ребят, фишка такая, что я уже все это показывал, рассказывал. Вот еще стоят новые. Это тоже Dynamics, но это у BRP своя, у Поляриса своя подвеска, там вот эта фишка. Salt тоже, видите, Salt все. Покупают, ребят, как горячие пирожки, честно скажу, что просто капец. Так, что, где вам тут ценники-то показать? Вот забери домой со скидкой $1000. 300-сильный, да? Это 300, 300-ка точнее. 230. Где же у нас цены тут? Вот здесь цена есть. Сумка непромокаевая, видите, waterproof с молнией. Давайте посмотрим, что тут у нас. 13, 200, 1000, 1000 скидка. 30PE модель. GTI SE 170. 170-й. Так. Здесь есть, ну, бушку почти всю разобрали, ребята. Это все стоят, вот эти, то, что я вам показывал, Sea-Doo, эти ноу-хау. Где бы они? Ну, они в зависимости от компоновки, вообще они на самом деле недорогие. Они в районе 25-35 тысяч, в зависимости от мощности двигателя и компоновки, что вы себе собрали. В основном под заказ. Я уже показывал тоже. Вы знаете, это, конечно, все-таки, мне кажется, по тихой воде ходить все равно. То есть вот у нас на океане это будет не особо. Вот видите, компоновка. И здесь, кстати, не разрешают на них залазить. А у нас, пожалуйста, можно залазить. Так, ладно, погнали дальше. Они, вот зайдите на сайт и, в общем-то, посмотрите, у вас будет. Мне кажется, это как раз у кого озера, там спокойно для рыбалки, для отдыха просто. Так, ладно, пойду я спрошу. Так, давайте быстренько пробежимся по квадроциклам. Значит, это у нас с вами Polaris, спортсмен 850 и 13 тысяч долларов. Тут что, все по 13 тысяч, что ли? Так, это у нас еще, вот спортсмен-тысячник, давайте, Polaris. Polaris, а, блин, а, есть, есть. 16 стоит. Вот такая вот. Ну, он без навесного. 16 400. И видите, сборка там 400-500. То есть, ну, 1000 еще они там взяли. Вот такой вот 570-й, 10 тысяч долларов стоит. Плюс 10% примерно прибавляйте. То есть это у вас будет. То есть 10, значит 11. Такая суровая действительность, ребят. Видите, так, смотрите, как тут красивенько сделано, такой экшен. Так, и, ну, давайте вот посмотрим, например, вот такие вот варианты. Это Биропихи, а, Ямаха, простите, это Ямаха. И 26 574. Так, мое дело вам показать. Такс.
тысячник Polaris. 18200 цена. Суперценник. Так, здесь Kawasaki мотоциклы. Kawasaki Versys 10 тысяч. Ну, от 10-100. А, итого у него цена будет вот 10,99, но плюс налог. Так, все, еще хотел вам, что Honda показал, что вам там еще показать. Мне кажется, все вам показал из этого. Сегодня у меня будет не длинный ролик. Я его так сделал вам, потому что недавно был у меня обзор по другому магазину у нас в Нейплс. А это вот буквально 30 минут езды и вот такие вот здесь еще варианты. Это Honda. Кстати, Honda имеет очень хорошие ценники. Сейчас, если я вам найду, я вам покажу. Вот, например, да, Rancher 4x4. Я вам из интернета смотрю, вот фактически у нее ценник, смотрите, 7900. Да, и это у нас, вот я только не вижу, какой это у нас объем. RX 420, что ли? Не знаю. Так, вот еще стоит, давайте глянем. Давайте глянем. Honda, 24-й год. 6800 всего. Не знаю, RX 420, нет, значит, это дело... Здесь просто нигде не написано. К сожалению, ну, профи там разберутся сами. Я не владелец и никогда не был владельцем квадроцикла, поэтому, соответственно, не могу поделиться опытом. А те, кто были владельцами, они хорошо знают, разбираются. Вот Форман 8 Умс 9800 цена 120. Ну, мне почему-то кажется, что это как раз и указана размерность. Так, ну что ж, ребята, давайте, что он тут еще не показал. Вот 500X Honda, 8200 стоимость, продажная цена. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну и все, что не делается, делается в Китае. Соответственно, это, мне кажется, что это всякая китайская шняга, короче говоря, которая тут, знаете, тоже продается. Она везде. Тут у нас написано, что... А, 2300 out of the door, то есть за дверью. Out of the door — это за дверь. То есть, имеется в виду полная цена, короче, все, включая налоги, включая сборку, включая все. Вот, короче, помпс, вот забери меня за 2200, короче, домой. То есть это тотальная цена на электровелосипеды, вот так, электромопеды. Я не знаю, как, я вообще не знаю, что это такое, вот так скажем. Так, ну что, все, наверное, мне кажется. Я вам здесь все показал. Короче, сегодня вот такой ролик. Пока-пока, увидимся, спасибо, что были на канале.